Вообще ты можешь на часочек прийти. Да. Это ничего. Я тебя привезу, она тебя отсюда заберет. Тем более день учителя празднуем, да. Как вот очередной виток. Подумай, перед концертом бодренько, да. На концерт сходишь, кто знает, может потом еще после концерта залетишь. Все, маму, бабушку поздравишь, тебя воспитали. Все, до свидания. Налево, налево, налево. Ой, рюкзак все забыл. Все, парни, вы что, готовы поотжиматься, готовы? Да. Да, заходите, сейчас температуру пойдем померяем. Температура 37,7. Надо, чтобы была 36,6. Сюда подходим. Я бегаю! Я всегда первый ушел. Не толкайтесь, не ругайтесь. Леш, маме просто привет передай, скажи, мамочка. Йо-йо! Привет. Мама, я тебя люблю. Привет, а я Никита, а вас как зовут? А я ем кушаный блинчик. Леш, сбегай, пожалуйста, мальчик ушел сейчас с мамой. Сбегай за ним. Скажи, он телефон забыл. Ибрагим, помогай. Не босиком, оденься. Сейчас. Прям за ними бегите, скажите, позовите. Его Артем зовут. Не надо, не надо, пусть они сами придут. Это они сказали? Да. Это Артем тебе сказал? Да. Точно? Да. Сейчас, погоди, стоп. Давай, я сейчас спущусь, я сам отдам.